Смотрим познавательную, даже научную книгу «Секреты человека. Волшебные створки». Створки – это окошки. Опа! Под кожей у тебя плотный слой эластичных мышц. Когда ты делаешь всего один шаг, в работу включаются 200 мускулов. Пищеварение. Можешь почувствовать сонливость после сытного обеда. Когда пища находится в конце своего путешествия, тебе пора посетить туалет. Остаться в живых. Сердце. Легкие. Кислород, получаемый из воздуха, помогает твоим мышцам работать. Хоп. Когда ты двигаешься быстро или бежишь, твоим мышцам требуется больше кислорода. В такие моменты твои легкие должны работать усерднее. Поэтому ты начинаешь чаще дышать. Многие люди думают, что за чувства в нашем организме отличает сердце. Посмотрим. Люди так думают, потому что когда ты испуган или взволнован, твое сердце бьется быстрее. А курение очень вредно для здоровья. Все рассказано про костей. В каждом окошечке интересный секрет, интересная мысль. Твой мозг. Мозг соединен со всеми частями твоего тела с помощью тонких нитей, которые называются нервами. Сигналы поступают от нервов в мозг и наоборот. Вот, здесь все написано. Наши чувства. Ты познаешь мир с помощью 5 чувств. Зрение, слух, вкус, осязание и обоняние. И здесь все про эти все чувства во всех наших секретных окошечках. Интересная книжка. Очень интересная книжка.